Алло. Алло, Татьяна, добрый день. Да, здравствуйте. Вас беспокоит Денис из агентства недвижимость «Квадрат». Я вам как-то звонил пару дней назад. А, Помните? да, конечно, конечно, помню. Так у меня под вашу квартиру есть потенциальные клиенты. А, даже без видео и фотографий, да? Что вы говорите? А, я говорю, даже без фотографий и видео моей квартиры у вас есть клиенты? Вы же мне не предоставили ни видео, ни фото. У меня есть клиенты, которые хотят купить двушку рядом с 5 озер. А, понятно, понятно. Потому что им нужна, как я понял, школа и садик, который во дворе у вас находится. Поэтому вот я вам звоню. К нам с вами или посмотреть, или скинете, или как дальше. Так. А когда они хотят посмотреть ваши? Когда вы можете посмотреть, точнее показать. А, когда я могу показать? Ну хорошо, вы знаете что? Я вас поняла. Я вам перезвоню. Когда вы мне перезвоните? Когда я перезвоню? Сегодня. Хорошо, ожидаю, спасибо. Спасибо вам. До свидания. Сегодня у нас 1 марта. Ну, вы понимаете, да? 1 марта. 1 марта. 15 часов 32 минуты.